Второй эпизод «Медленных лошадей». И после большого поворота в конце премьеры сезона, где мы узнали, что Ривер не был убит Дэвидом, а вместо этого направлялся во Францию, чтобы выяснить, кто такой Адам Локхед. Этот эпизод глубже раскрыл причины, почему Дэвид стал целью, и также показал, что атака на торговый центр West Acres может быть как-то связана, что указывает на участие более крупной организации. Итак, давайте сразу перейдем к эпизоду и разберем все, что можно из него извлечь. Вот объяснение концовки второй серии четвертого сезона ⁇ Медленных лошадей ⁇ Предупреждаю, это видео будет содержать спойлеры. Объяснение концовки. С точки зрения развития сюжета, этот эпизод справился хорошо. Однако новых ключей к мотивам организации, преследующей Дэвида Картрайта, было немного. Начало эпизода вернуло нас к сцене из первой серии, где Дэвид думал, что убил внука Ривера. Но мы увидели пересказ с точки зрения Ривера, и все произошло, как мы и предполагали. Ривер вошел, увидел, как его дед убил похожего на него человека. Подложил свое удостоверение на тело Адама и отвез деда к Стендиш, чтобы она присмотрела за ним, пока он сам отправился расследовать. Ривер поехал в Лавон, тихий городок с подозрительной атмосферой. Туристов было мало, а местные не слишком радовались присутствию Ривера. Но в кафе «Ле Бланк Руса, где недавно был Адам, он узнал, что дом Адама находится в «Ле Арбре». На этом и сосредоточился конец эпизода. Когда Ривер был в доме, тот оказался заброшенным, но это выглядело почти как штаб-квартира организации, которая не только совершила нападение на Вестакрес, но и хотела убить Дэвида. Это объясняется огромным количеством оружия, книгами о войне и тренажерным залом, похожим на центр идеологической обработки и тренировок. Можно предположить, что когда-то там жили и дети, потому что на столе были рисунки, а на стене фреска, которая полностью противоречила окружающей обстановке. Фреска, символизирующая мир и спокойствие. Когда Ривер открыл книгу о войне, о военной стратегии, написанную прусским генералом Карлом фон Клаузевицем после Наполеоновских войн с 1816 по 1830 год, он нашел фото четырех человек на охоте, и трое из них были людьми, которых мы видели раньше. Первый – Адам Локхед, тот, кто притворялся Ривером и теперь мертв. Второй – Роберт Уинтерс, стоявший за атакой на торговый центр вест и американец, говоривший по телефону с французским киллером у дома Дэвида, тот же, кто напал на Ривера в конце. Это подтверждает, что оба события связаны и исходят от одной организации. Эта организация явно хотела избавиться от здания, готовясь сжечь его, но также убить Ривера в процессе. Так почему же? Что они теперь скрывают? Эта организация изучает тексты о боевых действиях, военной стратегии и войне. Плюс мы узнали, что Роберт Уинтерс был личностью Ми-5, по сути, холодным телом, готовой к использованию личностью с документами. Значит, у него тоже был какой-то опыт в этой сфере. Это наводит на мысль, его участие в группе и есть связь с Дэвидом Картрайтом, во время встречи Ривера и Дэвида в начале серии, один из вопросов Дэвида к Риверу, чтобы убедиться, что это он, был о том, в каком году он встретил коллегу из КГБ и что они делали вместе. Личность Роберта Уинтерса создали в конце холодной войны. Может, работа Дэвида тогда и вызвала охоту за ним? Кажется не случайным, что в той же серии мы узнали о близком коллеге Дэвида из КГБ и о создании личности Роберта Уинтерса в конце холодной войны. Думаю, здесь есть еще что раскрыть. Французский киллер по телефону сказал, что есть еще старик, которого надо убить, и что он должен помнить причину его смерти. Думаю, последствия этого мы увидим в следующей серии, когда обнаружится новый труп и начнется расследование. Также было сказано, что они работали с Дэвидом, так что Дэвид ключ к пониманию этих атак. В конце эпизода мы увидели, как Ривер вступил в конфликт с американцем, который почти руководил операцией против Дэвида, но Ривера спас француз, следивший за ним возле Ле Блан Руж. Мы не знаем, кто этот человек и почему он защищает Ривера, но он его спас. Полагаю, он оглушил его, чтобы тот не смог узнать, куда он направляется и каким маршрутом, но ясно одно, он, похоже, присматривает за ним. Этот человек ранее говорил по телефону с начальством, так что здесь, видимо, действуют две разные организации. В Лондоне Лам излучает уверенность, будто он на шаг впереди, хотя на самом деле отстает, но он поручил новичку использовать ее базу данных, чтобы выяснить причастность Дэвида к делам во Франции и почему кто-то может желать его смерти. Так что и Ривер, и Лам работают над этим делом. В нашем обзоре я считаю, что это был хороший эпизод. Он хорошо развил идеи премьеры и связал две отдельные истории, оставив при этом загадочные пробелы. У Лама было несколько отличных моментов в этом эпизоде. Будь то его нетерпеливость и бесцеремонность к Дэвиду при поиске ответов, юмор при раскрытии всем, что Ривер жива, или мелочи вроде того, как он просто приказал официанту налил все вино в бокал, пока официант ждал, чтобы он попробовал и оценил его, Лам выглядит как настоящий человек благодаря сильному сценарию и блестящей игре Гэри Олдмана. Его номинировали на Эмми, интересно, получит ли он награду в этот раз. История Ривера в этом эпизоде была очень увлекательной и интересной. Много тайн вокруг него, редкие моменты во Франции и резкие переходы добавляли загадочности происходящему. Рад, что прояснилось, как Дэвид оказался у Стендиша. Было очевидно, как это случилось. Но увидеть вечер глазами Ривера хорошо прояснило события и дало ответы после того, как весь первый эпизод вел нас по ложному пути, а затем резко все перевернул. Ясно, что тайна личности Роберта Уинтера от Ми-5 скоро раскроется, возможно, Клодом или даже Гити. Взгляд человека в офисе при сканировании документов показал, что это не конец истории, и она еще аукнется кому-то в Ми-5, будь то Диана или Клод. Угроза новой атаки маячит на горизонте, и слова Уинтера о скором появлении его братьев намекают на неизбежность. Думаю, братьев больше. План организации слишком масштабен для четверых с фото. Четвертый сезон «Медленных лошадей» захватывает уже после двух серий. Шоу сочетает тайну, напряжение, экшен, юмор и блестящую игру с отличным сценарием. Итак, вы на краю кресла, гадая, что происходит и как все будет развиваться. Следующая серия называется «Пенни за ваши мысли», а в описании говорится, что Ривер застрял во Франции. Похоже, этот человек может быть не на его стороне, как мы думали. Или он просто не может уехать из-за паспорта в системе. Лидер организации смог это отследить, так что пока Ривер в ловушке. Но Лам тоже копает, думаю, в третьей серии нас ждут важные откровения. Вот и все.